Мы еще на международном уровне к шантажу не перешли. У нас для каждого российского спортсмена есть особая папочка. Поэтому мы здесь, потому что здесь праздник. Мы всегда поддерживаем фриксов. Отличный паблик. Сейчас рекламу замучу вам. На самом деле, я сейчас просто поставил таймер на паузу. Просто вижу, как Морозову нравится бороться с Даудом. Думаю, ну почему не дать побороться хорошему человеку? Голова закружилась, Саш. У меня. Мы только что увидели, как Андрей Морозов впервые попробовал джиу-джитсу. Давайте уточним, зададим ему вопрос. Как оно ему? Ну, было бы она сложно, называлась бы самбо или как? Стойки размотаю. Все, паритет, блин. Вот и порешали. Хочу помахать вот этой рукой, но Димон сейчас этим воспользуется. Нет, да. Я могу тебе дать помахать. Да. Давай, поехали. В это время Дауд Адаев проводит персоналку или семинар в уголочке татами. День борьбы от BJJ Freaks – прекрасная возможность докопаться до черного пояса и получить от него ответы на вопросы бесплатно. Качковские проблемы, руки забились. Отдыхаю в маунте, короче, пока могу. Илья. Как вам розыгрыш премиума? Это, ну, очень честно. Обидно, но честно. Я за любой кипиш, вот, кроме голодовки. Поборолся, отлично. Срочно сухой подорожник. Это мотивация, расти, прямо расти. Да, да. Тот редкий момент, когда Морозов делает вид, что умеет бороться стойки.
Юра, иди, он Дауда пригласи. Дауда. Кто такой Дауд? Адаев. Дауд. А, Дауд. Я не так понял. Тогда я уже боролся с Даудом, и там делать нечего мне. Тем более он отдыхает, чай буду тревожить человека. Да найду кого-нибудь попроще сейчас. Можете потом вырезать и вставлять куда надо. Да найду кого-нибудь попроще сейчас. Короче, ищешь легкую добычу. Ну, средней тяжести. Давай, давай. Не, Юр, ну давай. Я говорю, Юр, иди пригласи какого-нибудь коричневого брауна. Он говорит, не-не-не, я полегче. Я с Дмитрием Гранкиным отборолся, честно. Все было хорошо. Дмитрию понравилось? Да. Хорошо. Да найду кого-нибудь попроще сейчас. Какой у него вес мой? У кого вес твой? Сколько у тебя вес? 74. А, ну 80-74. Я и с тяжелыми борюсь. Ни разу не видел. Да ладно, столько с Рожевиным мы этим Владом боролись. Ни разу не видел, чтобы с тяжелым спасибо боролся. Спасибо ему. По-моему, 18-я или 21-я схватка. Удивительно, но Гранкин еще не разошелся. Народ расходится, а Гранкин не разошелся. Диман, вы бороться не пробовали? Пробовал, а что толку? Собственно, есть еще несколько пар, которые выжили. Я восхищен этим ребятам. Нет у них дачи, семьи, ипотеки, Ашана по выходным. Алексей Владимирович, цель мероприятия достигнута, отборолся со всеми, кроме наших, вот, появились вопросы, вот, задам уже, наверное, на следующей тренировке. Как научиться бороться? Ну, наверное, да. Как научиться бороться, Алексей Владимирович? Ходить на тренировки. Так. Так, не подходит. Не подходит, да. Какие еще варианты есть? Вот, спасибо большое за мероприятие, очень круто. Ставьте лайки, колокольчик. Колокольчик не забудьте.